Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии облачно, осадки в виде снега. В отдельных районах сильные, местами туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5 градусов. Местами 5-10 мороза. Днем минус 3 плюс 2. На дорогах гололедица. В Черкесске облачно, снег, туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем 0, плюс 2. На дорогах местами гололедица. Научный сотрудник, преподаватель, исследователь, истории и этикета, литератор и поэт. Все эти ипостаси принадлежат одной хрупкой женщине. Мария Тхаратокова – профессор, доктор филологических наук, почетный работник высшего и профессионального образования Российской Федерации, уже не один десяток лет трудится в сфере образования и передает свои знания подрастающему поколению. И сегодня Мария Тхаратокова – гость нашей программы. А встретилась с ней моя соведущая Белла Джазаева. Доброе утро всем. Доброе утро, Мария Тхаратокова. Доброе утро. Рада вас видеть у нас сегодня в гостях. Вы, конечно, человек всесторонне развитый. Вашим студентам это хорошо известно. Вы не просто занимаетесь наукой, вы всесторонне творчески развитый человек, литератор, поэт. Вот в момент нашего предварительного разговора, когда мы обговаривали детали нашей программы, вы готовили какую-то интересную статью, как детки, вернее студенты, друг друга приветствуют в ВУЗе. Вот хотелось бы наш разговор с этого начать. Почему такая тема? Ну, такая тема, я как раз по ходу занятий, когда вот мы разбирали эту тему, как раз у меня пришла, ко мне пришла такая идея, думаю, как раз исследование мы можем провести, это студенты были первого курса. Вот я всем группам предложила заниматься исследовательской работой. Кто хочет, пожалуйста, говорю, отзовитесь, дала им тему эту. Давайте вот начнем, говорю, с этого, с того, что вот посмотрим, какие же обращения у студентов нашего вуза. Вот. И сравним со студентами других вузов. Ну как они встречают друг друга. Но вот чаще вот именно в нашем регионе такие приветствия. Ну, здрасте, это везде. Hello, тоже говорят сейчас английский. Вот, прогрессирует. И салам, салам алейкум. Вот, более часто встречающиеся вот эти обращения. Это вот эти выражения два. Статью мы сдали. Сейчас проверяют, и сборник должен уже к Новому году выйти. Ваша деятельность, она обширна. Начиная от абазинского этикета и заканчивая историей Кавказа. Вот самая глобальная тема, которую вы исследовали, исследуете. Ну, глобальная тема, вот в начале, вот до этого, несколько лет, это десятилетие, можно сказать, я исследовала заимствования в разных языках. Сначала в русском языке заимствования, как входили, вот поэтому я связана сегодня с историей, потому что если мы исследуем заимствованные слова, это мы должны знать историю народа всех, откуда пришло, как входили слова в наши языки. Мария Тхаратокова, я не могу обойти стороной вашу поэтическую деятельность. Вы давно пишете стихи. Сейчас какие темы вас волнуют более всего? Ну, я вот стараюсь писать об известных людях больше, о природе. Вообще мне близка вот эта тема природы. Я сама с утра всегда в 4 часа встаю, иду вот в сад, и там... Уже перестроила сад в парк, вот этим занимаюсь, это люблю. Жуковского я в детстве читала. Я сочиняла музыку, сама пела с детства, еще с 5-6 лет, наверное, начиная. Именно вот эта тема меня больше интересует, природа. Угу. Вот. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам дальнейших творческих успехов, здоровья вам и с добрым утром. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание на ногайском языке в 9 часов. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Скидки? До 80%? Да,
Распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Безопасное лечение катаракты в клинике 3Z. Пройдите диагностику и сделайте операцию всего за один визит. До конца зимы диагностика перед операцией бесплатна. В клинике действуют строгие меры профилактики коронавируса. Запись по телефону 8 800 333 41 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.